Всем привет! С вами снова Андрей, канал Серверок, естественно. Кто не знает, тот не знает. Кто знает, тот знает. Тот молодец. Сегодня выгнал свой Джон Дир покататься. Думал, блин, всегда хотел прокатиться на этом Джон Дире, на райдере зимой. Конечно же, очень не хватало цепей, чтобы не проскальзывали, не прокручивали колеса. Надо будет купить какие-то цепочки и замутить цепи на колеса. Это надо будет этим обязательно заняться. Я все лето, блин, планировал сделать лопату для зимы. Я знал, что зима придет, и обязательно эта лопата понадобится. Но все мне в голову не приходила идея, я не мог разобраться, там додумать в голове себе прокрутить, как этот механизм сделать. Да, сегодня тоже посмотрел немножко, понял более-менее, что мне нужно приблизительно. Но мне нужно еще придумать лопату. Либо купить готовую лопату, либо что-то мудрить из какого-то железа. Даже не могу сказать, даже не знаю, надо будет посмотреть. Либо поискать, может по металлоломкам поездить. У Юры спросить, может у него что-нибудь, какая-нибудь фигня завалялась. Мне надо примерно где-то 1,20-1,30 метра ширины такая пластина. Ну и высоты такая где-то 40 сантиметров, наверное. Ну да, это такая лопата, такая, ну, сильно большая не нужна. Потому что тоже насиловать косилку неохота, там эти все гидронасосы, гидроприводы, там все дела. Да, и вот так вот все лето шло. Все, кто видел, тут видел. Кто знает, тут знает, чем я занимался и почему мне не хватило времени на это все дело. Потому что я занимался то фасадом, то навесом, то конюшней, то еще чем-то. До сих пор занимаюсь этой конюшней. Да, сегодня, кстати, да, приезжали там уже смотреть у нас люди в конюшню, к нам будут привозить лошади. Да, у нас будет, мы будем заселять лошадей, лошади будут пока не наши, потому что денег у нас нет на свою лошадь. Будем, ну, по-простому сказать, будем, грубо говоря, сдавать в аренду помещение. Будем арендаторами пансия, или как это называется. Будем предоставлять сено, место, лошадь, воду, там уход как бы за местом, обеспечение пастбища и все такое. Все это вы тоже увидите. В общем, как бы да, первый у нас посетитель был, там как бы еще толком ничего не договорено, но да, ну, скорее всего, будет. Есть еще на примете один человек, который хотел, там Ева тоже будет разговаривать, узнаю. Ну, не знаю, это, конечно, все пока не 100%, не... Так что обратно, да, косилки. Да, обязательно сделаю. Не знаю, может быть, я не буду делать это сейчас зимой. А то, в принципе, чего уж тут уже поздно, уже лопаты начали чистить. Будем чистить Юриным этим Т-25. Как говорится, мучиться, потому что опыта у меня большого нету с трактором. Конечно же, там усилителя, гидроусилителя нету, приходится вот, гидроусилитель правый, гидроусилитель левый. Да, так вот на советской технике есть. Есть лопата сзади, ну как бы вот неудобно, если ехать задней скоростью, чистить там лопаты. Ну так, тяжеловато. Как вот я тоже вот первый раз сейчас вот этой зимой завел вот эту 25-ку эту, поехал. Ну, там сколько, пару недель назад Юра чистил, поставил, все нормально, говорит. Я вот уже завел, что-то она как-то так, что-то там пропыхтелось, проперделось и поехала. Ну, трактор ехал, я ехал, чистил. Ну, что-то то она нормально, двигатель, то что-то глохнет, то еще что-то непонятно. И потом в итоге получилось, что он заглох. И хорошо, он не заглох, когда я был на большой дороге, блин, так бы вообще был бы писец. Оказалось... Я уже Юре звоню, говорю, что-то, блин, не работает, потому что какой-то что-то там генератор не заряжает, я не знаю, ну, хотя дизельный, в принципе, пол лампочки было бы. А потом в итоге оказалось, соляра кончилась. Ну, потом я соляру заправил, и все нормально стало. Ну, в общем, тяжеловато с этим, да, нету у него спереди этого отвала. И да, я вообще задумывался, может быть, не знаю, вот у меня вот экскаватор есть. Как бы для экскаваторных работ у меня особо уже нету. Там, ну, есть какие-то парочку работ, которые, ну, я это еще, наверное, сделаю. Но, может быть, я думаю, надо, наверное, продать этот экскаватор. Может, буст тоже, если получится продать. Так, тот клиент и не приехал, сдал, купился. Наверное, передумал, не знаю, пропал вообще.
И думаю, надо какой-то уже другой, наверное, уже технику покупать, тракторочек какой-нибудь тоже, чтобы у него был фронтальный отвал тоже, чтобы можно было поставить и вилы, как типа погрузчику, и сзади, чтобы было что-то, можно было прицепить, в принципе, и пахать все, что хочешь. Ну да, я понимаю, что эта техника, скорее всего, будет дорогая. Если покупать что-то почти новое, то это, наверное, уже, мне кажется, что-то близко к 10 тысячам будет уже, что есть деньги большие. Будем думать. Но это так, это такие предварительные такие мысли, планы, пока посмотрим, как получится. Там время покажет. Да, сегодня вышел прогуляться в лес, тоже увидите. В лес снежочек пошел, так вообще классненько было. Такая погодка, такая минус 2, минус 3, но влажность большая, ощущается так, ну, прохладновато достаточно. Но все равно классно. И так сейчас ценишь вот эти вот моменты, когда ты можешь погулять при свете, вокруг дома, по лесу, по полю. Вот когда пошел на работу, уже 2 недели отработал. Можете меня поздравить, я получил уже первую зарплату. Да, за 4 дня, по-моему, я получил зарплату. Как кот на плаху, короче, да. Ну, в общем, да, это за последние лет 15, наверное. Ну, может, 15. Да, за последние 15 лет это, наверное, первое мое рабочее место, где я заранее уже знал, что у меня будет маленькая зарплата. Ну, относительно для меня, как бы, для моих ожиданий, это, кажется, маленькая зарплата, но, по сути, по местному рынку это, наверное, как бы, ну, не такая она маленькая, просто я. Ну, какая есть, такая есть. Там, где там посмотрим. Может быть, карьерный рост будет. Может быть, будет у меня потом огромная зарплата, и я там буду самым главным начальником. Посмотрим, посмотрим. Да, кстати, я вот первую неделю там мы занимались сборкой там кое-каких деталей. Как бы я электромонтажником считаюсь, но там сказали, что будет и сборка. Там винтики, болтики всякие крутить там металл, в общем, да. И на четверг, нет, пятницу, нет, четверг, пятницу, пятницу, да, пятницу, то есть это было, сегодня уже воскресенье у нас, пришел тестер наконец-то с Германии, последний был у меня еще один тестер, который я изучил там на месте, и еще один тестер пришел, который, ну, в принципе, который запускает двигатель вперед-назад, там, ничего такого сложного, и замеряет ампераж. В общем, начал я тестировать двигателя, ну, электродвигатели, моторы. Там они такие небольшие, там, сколько там было в амперах, показывало 0,250, что-то такое. Замерял ампераж, крутил туда-сюда, смотрел, чтобы никаких и шумов не было на двигателе. Потом я замерял изоляцию проводников, там, insulation test, мегаметром. Да, замерял сопротивление проводника, замерял high voltage тест. 2,250 киловольта задавал я в установку в эти двигатели, и он проверял, нет ли потерь, утечек там, все такое. Я даже не знаю, как по-русски называется, просто знаю, там high voltage тестер и все. Такие тесты делал, туда-сюда записывал, там серийный номер, там записывал какие-то параметры, которые выдавал. И все, потом отвозил на линию, и потом пацаны там его на сборку. Да, пока у нас там трое, два пацана, и я, как бы, да, я им помогаю, пока, когда у меня нет электрической работы, помогаю собирать там двигателя, там такие мелкоузловые, в общем, сборка у нас пока. А производство, да, ну, я потихоньку уже буду, потихонечку буду раскрывать карты, чем я занимаюсь, где я работаю, пока фирмы называть не буду. Кто знает, тот знает, кто не знает, тот не знает. Да. Сборка, в общем, будет в будущем у нас автомойки. Да, и вот сейчас пока начинается мелкоузловая сборка. Какие-то там крепления, двигатели, там просто какие-то там всякие штучки, фентиклюшки, щеточки там. В общем, как-то так. Вышел погулять в свой лес. Там в Киеве приехали гости смотреть конюшню. Потом тоже все это увидите, что там, ну, в будущем, что за гости, что за конюшня. Ну, конюшня, в смысле, конечно, все вы знаете.
Да, ладно, пока не будем ничего рассказывать толком. Да. Не удержался, решил включить камеру, показать, какой чудесный лес. Немножко снежок пошел. Сегодня воскресенье. Уже декабрь. Тишина. Машины вообще редко ездят сейчас. Да, вот наш свежий выпиленный лес. Просто решил прогуляться, пока светло. Красотища. На улице где-то градуса 2-3 минуса. Но влажность так все-таки высокая еще, в районе 90%. Еще ощущается прохладно. Даже в таких перчатках, если ничего не делаешь, они у меня утепленные такие, все равно бывает немножко прохладно. Но если что-то начинаешь делать, конечно, руки горят сразу. Вот тут вот Ева ходит на работу по утрам. Она попозже выходит на работу, ей слишком рано с нами ехать. А тут как-то кроты активизированы, блин. Тут такая куча огромная, там куча. Тут придется по весне опять ехать, что-то трактором, наверное, равнять. Надо вот когда-то доводить до ума вот эту дорогу тоже. Обязательно, обязательно сделаю здесь когда-нибудь дорогу. Тут так классно сейчас, вот именно когда зимой, только зимой видно реально вот эти вот тропинки, тропинки лесных животных. Ну, тут кролики, зайцы, зайцы, да, кролики это домашние, зайцы бегают. Тут кто-то рылся, но сегодня был снег немножко, уже немножко заснежило снегом, замело. Кстати, кто помнит, смотрел, вот здесь вот. Нет, там. Вон там нашли тогда тот снаряд Второй мировой войны. И тогда полиция приезжала смотреть. Подожди, или здесь. В общем, здесь тогда это было. Да, я тут шел. И тут видел где-то тропинку реально этих животных. Я не знаю, но косули. На косули это не было похоже. Слишком маленькие следы были там. Ну тут такие много всяких мятин, это снег падал с деревьев сверху. Так, ну, здесь какой-то след, но это больше на косуле, может быть заяц. Здесь они тут рылись. А, вот эта тропинка, сейчас покажу. Да-да-да, вот эта тропиночка. Так, тут две тропинки сходятся. И вот она туда там, вон туда пошла. Тут они ходят по этой тропинке. Дальше я туда не пойду. Я уже смотрю, посматриваю на березы. Уже на весну жду, когда березовый сок ставить. Да, березовый сок классный. Где тут это дерево, которое мы ставили? Сейчас я его увижу, вам покажу его. А, ну вон там, вон то дерево ставили. Потом я его законопатил. Вроде нормально было. Я тут как-то вчера или позавчера выносил мусорник, компост. Так, сейчас, ладно, сейчас расскажу, покажу. Да, вот тут я ее законопатил. Такой какой-то сучок там валялся, такой живой. Да, а не, он, в принципе, да, подсох. Все нормально. Ну, законопатил, вроде ничего тут не лилось потом. Как бывает. Смотришь, блин, кто-то попользовался соком березовым. И сочится там все. Эта бедная береза там мучается. Можно сказать, браконьеры. Березовые браконьеры. А, да, выносил мусор пару дней назад. У нас как раз здесь, за территорией. И там у нас этот компост, сейчас увидите. А, да, выносил. Это было уже... Ну, темно, темно было. Не знаю, может, часов 6-7.
тут такие звуки всякие, хрусть что-то в лесу. Темно, не видно. Наверное, какие-то животные ходили. Так, я выйдет. Ага, машина уехала. Гости, значит, ушли. Да, тут так рядом с лесом, классно. Захотел, вышел, прогулялся по лесу. Тут надо какие-то ступенечки сделать. А как ты тут ходишь? Ты не падаешь тут? Нет. Там так скользко, капец. Машину накрыть? Ну я накрыл стекло. Нормально, если что, потом скину, стряхну. Не забываем подписываться, ставить лайки, пишите комментарии. Все, всем пока. Я б забыла, что ты есть, я б не лезла в эту сеть, я бы.